Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в нашу замечательную игру Angry Shark. Ну что ж, в прошлый раз мы с вами плавали на этом острове. Да, будет отлично. Так. Так, сейчас я хочу выбрать, сегодня мы будем выбирать новую акулу. О, давайте людей сейчас похаваем. Даже бомбу съели. Так, отлично. Все, даже бомбу мы съели. О, рыба, игла. А ну иди сюда. Куда-то поплыла. Всех поседаю, всех съем. Так, хочу, ребята, сейчас выбрать. О, смотрите, какое. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, раз, застало. Выбрать другую акулу. Ах ты, гад. Ты меня как-то съел. Так, пингвинчики, идите сюда, дорогие. Так, хочу выбрать, ребята, другую акулу. Мы возьмем сегодня какую-то навороченную акулу и, собственно, начнем плавать уже нормально. Так, меня эти щупчи хотят съесть. Я сейчас от голода умру, либо меня пираньи и рыбы просто съедят. Так, давайте на дно, собственно, отпустимся. И посмотрим, что здесь на дне есть у нас. А, здесь у нас все тупик, нам не дают никуда поплыть, ребята. Тут меня хотят опять съесть. Так что выхода голод. Что выхода, как умереть, нам больше нету, да? Есть. Давай, поднимайся. Так, съели мы человечка, отлично. Ребят, я не понял, в чем дело. Все, мы выплыли из этого бурного, кипящего стакана. Так, ну что ж, ребята, мы хотим выйти в магазин, выйти из игры. Мы выходим из этой игры, ребята, и я хочу вам сказать, что я хочу купить новую акулу. Так, голодон у нас есть. Ого, ребята, большой папочка, вот он. Don't lose, ребята, большой папочка. Ну все, ребята, мы его покупаем обязательно. Теперь у нас что у нас еще? Большая папочка. Все, отлично. Сначала пройдите этап, понял. Ребята, вот это у нас, посмотрите, какой у нас акула. Это какой-то эволюционированный вид, который, затерянный вид, который раньше был здесь, а теперь его раньше плавал в океане, а теперь он плавает где-то в другом месте. Или уже не плавает, наверное. Такие виды динозавров давно вымерли. Виды акул давно вымерли во время динозавров, вот они, мне кажется, еще существовали. Ого, ребята, посмотрите, я всех съедаю моментально. Вот это да, у меня даже язык высовывается специальный. Всех съем, ребята, вот это быстро всех съедаю и разбиваю.
А вон, смотрите, на меня охота идет. Давайте его найдите всех. И лодку давайте разобьем. Отлично, просто посмотрите. Вот это я понимаю акула. Опа, человечек там плавал. Я хочу тебя съесть. Все, всех поседаем. Так, на берег. Давайте выпрыгнем. Так, надо... На дно давайте, давайте на... Ой-ой-ой, радиация, так. Так, что у нас здесь на дне творится, ребята? Так, давайте глянем. Так, этого мы съели, 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 отлично. Супер, супер. Заводной робот. Короче, мы взяли с вами заводного робота, только я не понимаю, зачем. Я очень голодный, ребята, я очень голодный, я сейчас могу умереть от голода. Пожалуйста, хоть кого-то дайте мне. Все, хух, я немножко с катами перекусил и акулятками. Бомбочку мы съели. Теперь мы реально, вот большой папочка, вот это мне нравится, вот акула. Теперь мы реально можем съедать кого захотим в любое время суток. И в любое время, когда нам только будет удобно. Так, отлично, иди сюда, дорогой. Мы тебя захаваем. Так, что у нас здесь? Пещеры, пещеры. Ничего пока не наблюдаем. Опа, ребята, мы нашли ящик золота. Награда дня. Отлично, все отлично, отличненько. Так, водолаз у нас. О, вот и лодочка наша. А ну иди сюда, дорогой. Вот так вот. Все, съели мы. Иди сюда, дорогая. Так, отлично. Девушку мы съели тоже. Ого. Ребята, риск здоровью, риск здоровью. Мы немножко отклонились от темы. Риск здоровью, давайте поедим что-то срочно. Поедим, чтобы не проголодаться. Так, чтобы не умереть от голода, мы с вами будем хавать все, что попадается у нас на посуду. Так, ну дайте мне хоть акула. Мы, короче, взяли 2000 каких-то. Мы его съели с вами. Вы видели?
мегалодоном клевали в прошлый раз, но этот мегалодон был настроен серьезно против нас. Так, кто-то нас бьет, такой бы я съел его. Так. Так, кто-то там побежал, кто-то скинул такое. Так, ребята, я уже голоден. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо, голод. Я сейчас голод, голода, ребята. Ребята, посмотрите, затонувший корабль. Наверное, еще во время Второй мировой затонул корабль немецкий. Ого, вот это... Посмотрите на этот корабль, ребята, как он красивый. Так, ну что, мы нашли, конечно. У нас появилась новая миссия. Все, так, голод нахуй. Это очень замечательно. Так, хаваем. Что-то видим, то и хаваем. Опа-па, нашли дракончика зеленого. Это именно то, что мне нужно. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Так, отлично, плывем дальше, ребятки. Плывем. А голод. Это плавает, голод никуда не пропадает. Ребята, надо всплывать наверх, искать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ребята. Так, собираем золото, пока мы не папочка всех сюда. Если бы была небольшая мама, то была бы большая. Вот он и хватает. Все, уже не хватает никто, ребята, потому что я всех уничтожил. Так, дорогие друзья, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Поставьте палец вверх и оставьте комментарий, естественно. Вы были на канале Личное детство. С вами был Юра. До встречи в следующих эпизодах этой замечательной игры.